нашем городе, как и в любом другом, есть семьи, где по разным причинам сложилась трудная финансовая ситуация. Не за горами 1 сентября, а получить знания, вместе с ними и благополучное будущее должны все дети, уверены в центре «Семья». А потому здесь вот уже 9-й год проходит акция «Помоги собраться в школу». Организовывает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения. Это республиканская благотворительная акция. Цель акции – оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сбор канцелярских принадлежностей происходит на базе центра «Семья». Каждый год сотни семей получают столь своевременную поддержку, а ребятишки – нужные и приятные подарки. Прежде всего идет сбор самого необходимого – тетради, цветной бумаги, картона, карандашей, альбомов. Но участники акции приносят и ранцы, и рюкзаки, и в качестве бонусов, и игрушки. В нашем коллективе есть и папы, мамы, бабушки, тети, и все мы сами собираем своих детей к 1 сентября. И замечаем, что как для каждого ребенка важно иметь красивый пенал, хорошую ручку, фломастер. А если тем более это подарят к 1 сентября и в игровой какой-то форме, то это очень будет важно. Те семьи, которые оказываются так, в столь сложной финансовой ситуации, всегда нужна помощь. И если все, каждый хотя бы понемножку, по чуть-чуть помогут, дети пойдут, конечно, счастливыми, довольными. Это очень важно. Акцию с удовольствием поддерживают благотворители. На клич откликаются предприниматели и организации. Кто-то приходит впервые. Многие являются постоянными участниками. Главная награда и подпитка – это радость и будущие успехи детворы, говорят участники. Мы видим результат, мы видим эти счастливые лица, мы видим детей, которые получают эти подарки, все школьные принадлежности. Мы видим эти счастливые улыбки, и не это ли цель нашей благотворительной акции? Наверное, это результат, счастливый результат. Нам важно видеть лиц радостных деток, которые получают эти подарки. Вот, в этом году мы также планируем оказать помощь в виде канцтоваров, школьных принадлежностей и в дальнейшем сотрудничать с этой службой замечательной. Принять участие в акции и помочь салаватским ребятам, готовыми отправиться в страну знаний, можете и вы. Сбор канцелярских принадлежностей будет идти до 31 августа по адресу: улица Ленина, дом 12, телефон 36 07 54. Зульфия Суйргулова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».